Всем привет! В этом видео мы поговорим об уровнях, как выставлять уровни, на каком таймфрейме торговать, как находить коридоры. Смотрите это видео до конца. Много сейчас новичков, и я вижу, что в этих нюансах абсолютно не разбираются, так как спрашивают, насколько там входить. Но я думал, это всем понятно, там насколько входить, в зависимости какой коридор и на каком он таймфрейме. Смотрите, у нас сейчас таймфрейм 1 минута. Вот, видите, стоит 1 минута. То есть одна свеча по одной минуте. Давайте рисуем наши уровни поддержки и сопротивления. Вот наша поддержка. График от нее отбивался. Идет нисходящий тренд. Вот наше сопротивление. Итак, насколько же входить вот на этом участке? Насколько входить? Ну, я думаю, здесь понятно все. Только появляется зеленая свеча, если свечи у нас по одной минуте. 1-3 минуты. 1-2-3 минуты в плюсе. 1 минута или 3 минуты. Красная свеча. 1-2-3 в плюсе. Зеленая свеча, красная свеча появляется зеленая. 1-2-3 в плюсе. Так, 1-2-3 в плюсе. Здесь. Красная свеча появляется зеленая на 1-3 минуты. Понятно, что здесь мы на 15 минут не заходим. Давайте покажу вам на зонном графике. Вот, начинается разворот, от 1 до 3 минуты входим. Начинается разворот, от 1 до 3 минут. Также и здесь. Вот, начинается разворот, от 1 до 3 минуты мы в плюсе. Вот, пробило, разворот, 1-3 минуты в плюсе. Разворот, 1-3 минуты в плюсе. Здесь мы заходим на 1-3 минуты. Я думаю, это понятно. Для каждого таймфрейма свои уровни, свои линии поддержки и сопротивления. Давайте покажу вам сейчас на другом таймфрейме. Переходим на 15 минут. Там уже будут абсолютно другие линии. Где? Вот, видите? Здесь мы торговали на минутке. Но сейчас у нас стоит здесь 15 минут. Давайте построим здесь линии. Вот, отличный у нас уровень. Линия поддержки. Вот такая вот у нас получается. Давайте на свечах. Вот, видите? Вот, наш коридорчик был, нисходящий тренд. Вот теперь у нас здесь свечи по 15 минут. Насколько здесь заходим? На 15 или на полчаса? Вот, касается красная свеча, начинается зеленая. 15, полчаса мы в плюсе. Красная свеча пробития, 15 минут, полчаса мы в плюсе. Здесь уже мы заходим на 15 минут или на полчаса. Здесь уже, видите, своя линия поддержки. Вот, наша была на минутке, здесь уже на 15 минутах своя. Вот, начинается пробой, только идет зеленая свеча на 15, на полчаса. Здесь на 45 даже можно было бы войти. Здесь начинается зеленая, здесь, возможно, были бы в минусе. Невозможно, а здесь был бы минус. Здесь пробой, начинается зеленая свеча. Вот, и заходим отсюда на повышение, на 15, на 30, на 15, от 15 до 30 минут. Давайте я вам покажу на часовом тогда. 1 час переходим. График, линии уже абсолютно другие. Вот, на 15 минутке было, вот у нас минутка наша. Один час. Так, японские свечи. Вот, подходит. Видите, поддержка очень хорошо сработала. Подходит и для часового. Видите, отлично отбивалась цена и на часовом таймфрейме. Эта линия остается у нас. Вот, отсюда можно было зайти на час, на два. У нас одна свеча по часу, да? Какой это у нас промежуток? С 12 до 12. Одна свеча по часу, это 24 свечи должно быть. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Да, 24 свечи. Вот. Пробитие, красная свеча. Начинается зеленая свеча. Идем на час, на два, на повышение.
пробитие. Красная свеча, начинается зеленая, заходим на час, на два на повышение. Красная свеча, на час, на два на повышение. Вот и все. Линии поддержки сопротивления есть на любом графике. На минутном, на дневном, на недельном, на пятиминутном. Да на любом есть. Вот, видите, как у нас на минутке. Итак, какой же итог? Что торговать, находить флеты вы можете где угодно. На минутном, на 15-минутном, на часовом, но я торгую на минутном, потому что на минутном проще. Прибыль быстрее. Видео для вас записать быстрее. Вы представляете, если бы я торговал на часовом, вот, заключил сделку на час, поставил на паузу, пришел, возобновил запись, показал, как сделка зашла, вот, без разницы, коридоры есть везде. Давайте, вот, вот видите, что здесь у нас произошло. Давайте немного прокомментирую ситуацию. Так, 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 вот. Жестко идет восходящее движение, да. Смотрите, стремительно идет. Начинается затухание. Вот, начинается затухание. Горизонтальная линия. Вот, затухание пошло. Вот, график бьется, бьется, бьется. Идет наш флэт, но здесь он такой флэт, не сильно хороший. Опять нисходящий тренд, опять начинается флэт. Видите, когда образуются вот такие вот коридоры, получается. И здесь вот возможно, вот цена вот дойдет до этой отметки, и опять здесь начнется у нас коридор. Давайте посмотрим, был ли еще отбой от этого уровня. Вот, тоже такая ситуация. Резкое повышение, и график шел в нашем коридоре. Вот, видите, наш уровень работает. Вот какой главный уровень, видите? Раз, два, три. Давайте увеличим. Вот здесь затухание. И вот здесь получилось затухание. И после затухания резкий обрыв. И здесь вот. Затухание, резкий обрыв, график уходит. Также и здесь. Затухание, обрыв и график уходит. Вот основные тенденции. Вы их будете замечать с торговли. Их очень просто замечать. Просто нужно торговать, торговать, торговать и еще раз торговать. И это все, и вы это все будете видеть. Без этих линий. Вот такое вот получилось видео. Думаю, немного разобрались с этим, какую-то ясность я внес. Спасибо всем за просмотр. Всем удачной торговли. Не забывайте поддерживать, ставьте лайки. Всем пока.